Всем привет! Сегодня у нас обед. Мы сегодня с вами будем обедать. Картошка жареная. Салат у нас, как вот мы в прошлый раз готовили, огурцы, помидоры, белый лук, маслинки, только с майонезом. Луковый салат, предыдущее видео я открыла, сделала вам еще раз видеорецепт. Это, по-моему, уже, наверное, третий раз я сделала видеорецепт этого салатика. Пробуйте его, готовьте, вы не пожалеете. Это просто обалденное это блюдо, шикарное просто блюдо. И здесь морепродукты. Помните, мы показывали распаковочку? Я взяла вот такую баночку в масле морепродукты. Буду пробовать. Ваня сказал, не хочет. Всем приятного аппетита, дорогие наши друзья. И всем счастья, здоровья и нам тоже хорошего настроения. Обязательно. Давай я тебе помогу. Картошечку просто пожарила с луком. Я обычно жарю просто картошку, не добавляю лука. А в этот раз я просто пришла в гости и меня накормили жареной картошкой с луком. И мне так чего-то понравилось. И я решила тоже пожарить сегодня с луком. Вань, ты ни разу не пробовал с жареным луком? Сейчас мне скажешь. Вкусно, невкусно, ладно? Угу. Сейчас. Ну, и салат себе сам сможешь положить? Угу. Накладывай в тарелочку. Как обычно, картошка. Да? Угу. Значит, что-то я неправильно сделала. Я сначала обжарила картошку до полуготовности, потом нарезала лук и добавила. Ну, до конца готовочки вместе все обжарила. Вкусная картошка. Мне понравилось. Девочки, сейчас я вам показать, наверное, вам надо, да? Вот отсюда брать салат. Я этот салат вообще обожаю. На Новый год его готовила. У меня подружки и мама тоже. Как-то один раз я им приготовила на Новый год. И он им очень понравился. Они у меня взяли рецепт. И сейчас его тоже готовят сами. Уже только единственное, что... Как-то хочется, чтобы вам было видно. Но не знаю, как повернуть. И с той стороны. Ну, как-то вот так. Уберу от тебя подальше. В общем, съездила я к Маше. Может, тебе кетчуп, а там же есть еще кетчуп с картошкой. Мне не надо. Стой, попрошу. Квартира. Смотрели квартиру. В процессе, что у них там, ремонт идет. Что-то надо, что-то не надо. Сходили, посмотрели. Мне квартира очень понравилась. Нормально. Скажешь, как у нас, можно сказать? Mm-mm. Почти. Нет, типа. Намного больше. У них, во-первых, мне что понравилось, комнаты не проходные, а раздельные. Зашел, туалет, ванна, кухня. Прямо идешь, шкаф, права комнатка, влево комнатка. И, между прочим, я когда жила в поселке, работала на коммунальных платежах, на кассе. Ну, естественно, там и бухгалтерия была рядышком, начисления, вот это вот все. Слесаря с нами работали. Ну, в общем, ЖКХ, контора-то это все, всем вот этим вот занималась поселком. И как, вот сколько вот я помню, всегда на этот дом были жалобы. Холодный дом, сырость, влажность. Но, знаете, мне очень понравилась сухая квартирка, четвертый этаж. Светлая, теплая. А еще, учитывая то, если что там пусто, то есть никто не проживает, это вообще очень мне понравилось. Ну, единственное, конечно, ремонт они сейчас делают по себе. Я бы сделала по-другому, конечно же. Все бы сделала посветлее. Но там управляют мужчины. С
всем ремонтом управляют мужчины. Поэтому вот вы знаете, вот они сейчас живут. Он ее и больше этой степени и кормит, содержит. И на проезд вместе. Кстати, за квартиру он платит. Ну что, я дам им там Маше на карточку кину, там где-то одену, съезжу ее. Вот съездили, мы ботинки ей, кстати, купили. Ну, даже если я ей подарю эту плиту, ну что, неужели вот я обеднею? Нет, конечно. Я очень надеюсь, что у них все сложится. Прям очень хочу этого. Был такой вопрос. Сейчас даже скажу. Ксю и Варварка, вам огромнейший привет. Привет. Спасибо большое за вопрос, за комментарий ваш. И задает такой вопрос. Маша, как-то вы обмолвились, что Маша решила расписаться со своим молодым человеком, если я не ошибаюсь. Можно ответить, какое время года и будете ли вы участвовать в финансовой организации этого прекрасного торжества? Вот смотрите, мы уже не один раз говорили о том, что свадьбу они делать не хотят. Но как у них там будет, я не знаю, потому что смотрите, что сейчас творится в мире, это вообще страшное дело. Будут ли они вообще расписываться? Но, секундочку, но они планировали расписаться осенью, потому что она хочет закончить техникум, потом она хочет устроиться на работу, и только потом уже хотят расписываться, потому что они хотят потом, после росписи, ну, застолье единственное, что будет, конечно, вот для родителей, самый такой узкий круг, мамы, папы, бабушки, дедушки, все. А братья? Ой, братья, сестры, конечно, обязательно, забыла. Вот, и они хотят потом полететь куда-нибудь в путешествие. В Майами. Шутка. Классно было бы в Париж. Ну, я вообще хотела бы, чтобы они в Париж слетали. Диснейленд. Там красивая башня. Романтика. Я бы очень хотела, если у них со свадьбой ничего не будет. Не получится. Денежки мы, естественно, как со стороны родителей, это обязательно. Как кошельки придут. Да? Да, как кошельки. Я уже это бабушке своей тоже сказала, бабушка уже приготовила сумму, отстегнула. Ну, в смысле, приготовила, чтобы потом подарить. Мы, естественно, уже тоже начинаем по чуть-чуть откладывать, чтобы потом подарить им на свадьбу. На роспись. Не будем говорить свадьба, потому что свадьбы не будет. На роспись. Ты думаешь, не забудут про нас? Да нет, конечно. Ну, слава богу. Ну, кстати, осенью и лучше. У нас уже огород. Как раз все вырастет. Огурцы, помидоры, зеленушка, картошка. Все свое уже будет. Ну, с молодежью, я думаю, они тоже посидят, конечно. Ну, тоже так вот застолье просто сделают, как мы день рождения, и все. Какой вкусный кальмар, Вань, попробуй. Не надо. Не надо, мама. Артём работает у нее прям и подработки берет. Все работает, работает. А Маша все переживает, что она сидит у него на шее. Я говорю, ну так.
скоро, говорю, и ты на работу устроишься, осталось-то совсем чуть-чуть. Тем более на работу ее там берут. Ну что переживаешь, маленько осталось. Полгода осталось. Угу. Самое главное закончить хорошо. Еще я съездила к сестре. Ну, сразу же зашла. Ты давай прекращай так делать, мам. Долбить по этой тарелке. Огурцы твердые. Естественно. Не надо прокалывать. Я понимаю, помидорку проколоть. Ты ту оливку уронил, ту огурец уже уронил. Оле тоже вчера таскали мебель, она тоже квартиру купила. Это вообще квартира такая хорошая у нее. Ну, конечно, вот как у нас хрущевка, в этом же доме, где она и жила, где мы жили тоже. Мы жили только единственное, что на третьем этаже, она купила на четвертом, прям под нами, под нашей бывшей квартирой. Что ты ищешь? Квартира единственная светлая. У нее была до этого на другую сторону. Окна выходили. А в эту сторону сейчас у нее так красиво все светло. Солнышко светит вообще ярко-ярко в квартире. Классно. Вот. Я вчера съездила, посмотрела у нее квартиру. Я под такими впечатлениями приехала. Прям еще такая довольная и счастливая. Как будто, вот, знаете... Сама себе купила что-то, квартиру, такую грандиозную покупку. Вообще. Ребята, раз вчера я ездила, у нас мукбанга-то не было. Некогда мне даже было. Мы бегали туда-сюда. Я уехала, потом приехала. Вчера же 23 февраля было. Всех с праздником, наши защитники, будущие защитники вас тоже... С праздников всех женщин, которые военно обязаны, вас с этим замечательным днем. Здоровья вам крепкого, сил побольше, чтобы все у вас было хорошо. И главное, мира над головой. И это... жены были хорошими. Ну да. А типа бутсы плохие. Этот салат вообще просто обалденный. Завтра на прием. Я думаю, уже должны выписать. Для меня. Тебя. Ты же на прием, так? А. Ты что? Я с тобой просто на больничном сижу. Тебя, Ваня, кстати, в комментариях тоже поздравили с праздником. Спасибо вам огромное. Вчера мы только сказали на видео, что не звонит папа. И вчера позвонил Ване папа. Видимо, бабушка его читала. Бабушка же все ему передает. Посмотрела наше видео. Читала сына. И сын позвонил Ване. Угу. Поздравил его с праздником. Она уже давно уже не смотрит его. Да? Да, она у нас дома давно не смотрит. Ну ладно. Ну, папа, в общем, позвонил. Они вчера поговорили, говорит, да? Да. Хорошо поговорили? Да. Долго разговаривали? 17 минут. О-о-о. Ничего себе. Ничего себе. Ты доволен? Доволен. Поплакали от души просто. Жалко то, что не душу в душу, ну ладно. Нормально. И позвонку тоже нормально. О чем говорили-то хоть? О всем хорошем? О всем хорошем. Вспоминали прошлую жизнь? Да.
Как на велике катался. А в гости не звал? В гости не звал? А он сказал то, что почему ты не приехал. Я сказал, мама не взяла. Ты болеешь вообще-то? Ну и мама. И ну я тоже это говорю. Ты на больничном, почему я тебя должна тащить с собой? Куда? Ты что, я по делам ездила вообще-то? А ты на больничном. У тебя вон заложенность в носу была. Ух, какой осьминог. Ничего себе, длиннющий. Кальмар. Нет, осьминог. Белый кальмар, а вот это розовый, это осьминог. Ну и что, ты не поедешь папе-то? Поеду. Не зовет? Звал. Да? Да. И говорил, обязательно приеду. Если маму уговорил. А что меня уговаривает? Пусть приезжает, забирает. Денег нет приехать. Ну. А то шашлыки жарят здесь деньги. Угу. Такие шашлычки были вкусные. Ну, конечно, вкусно. Чего ты эту ложку так поставил? Весь этот закрывает. Вы, пожалуйста, не спрашивайте про политику. Не задавайте нам такие вопросы. Я стараюсь этого не касаться, потому что мне сразу плохо становится. Я не могу даже смотреть такие новости. Я боюсь. Я не знаю, что будет дальше. Куда бежать и куда прятаться. Но я вообще в шоке, что происходит. Как вкусно. Пока Ваня кушает, я еще вопросы почитаю. Лена, привет, про ноготочки. Спрашивает, привыкли к ноготочкам или нет. Нет. Но переделывать пойду. Анастасия Вагнер, огромнейший привет, попросила передать. Хафиза Гайбулаева, тебе огромнейший привет, задаю такой вопросик. Нравятся ли вам голубцы из капусты? Если да, то сделайте это блюдо. Я только люблю голубцы из капусты. Больше не то. Мы один раз снимали видео с голубцами. Ваня не очень шибко-то хотел их кушать. Поэтому как-то вот так. Больше не будет такая. Михаил из Цюриха огромнейший привет просит передать. Алишеру мы передавали, из Узбекистана мы передадим и еще раз. Привет. Все, я уже наелась. Ваня будет сейчас прибираться, мал полынный, тут все у него уже под ним. Я попадала. Можно еще тарелочку собрать и скушать. В общем, дорогие друзья, доедаешь? Нет? Да, нет, уже не хочу. Ладно. После видео. А то и так он уже много времени прошло. Дорогие друзья, всем спасибо огромное, что заходите, что ставите лайки, комментируете. Будем рады видеть вас на следующем мукбанге. И всем пока-пока. Да. Всем пока-пока.